Здравствуйте! В эфире итоговая информационная программа «Новости 24 Саратов». С вами в студии я, Эвелина Живая, и мы начинаем. В октябре этого года в администрации города было подписано постановление, которое поставило под угрозу уничтожение около сотни домов в историческом центре города. О том, каким последствиям это приведет и кто снова пострадал, узнайте с беседы с нашим гостем, известным саратовским блогером и путешественником Денисом Жабкиным. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, на месте сноса планируется возведение многоэтажных домов, которые обычно большим изяществом не щеголяют. Как вы прокомментируете именно эту ситуацию? Все зависит, опять же, от места. То есть, если это какой-то отдаленный район, где уже кругом находится многоэтажная жилая застройка, то многоэтажные дома там допустимы. Вот. А если мы говорим о центре города, то, естественно, те дома, которые возникают на месте домов, которые сносятся, они должны соответствовать тому образу, который складывается вот, ну, в конкретном этом месте, на этой улице. То есть архитектурный облик он должен быть целостным. Вот из последних примеров это, опять же, начало улицы Московской, где купеческие дома, двух-трехэтажная застройка. И вот сейчас у нас там поставили кран, который будет строить девятиэтажный дом в самом, так сказать, сердце купеческого Саратова. Ну и в связи с данной проблемой я нашла некоторые факты. Например, уже с 2009-го, особенно в 2011 и в этом году, взялись плотно за улицу Тараса Шевченко. И сейчас под угрозой уничтожения находится дом номер 49. Для телезрителей я напоминаю, что дом разрушается из-за возводимого рядом многоэтажного блока. Застройщиками являются Мичурина 45 и УМ-24. В данный момент идет суд. Денис, скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то правовые механизмы по защите таких зданий и возможна ли здесь помощь Комитета по охране архитектурного наследия 20-го столетия? Ну вот Шевченко 49 у нас относится к объектам культурного наследия муниципального значения, то есть дом имеет охранную грамоту, соответственно. И тут такой тоже законодательный казус у нас есть. Если жители приватизировали в нем квартиры, то отвечать за жилье будут они, потому что жители многие вот таких вот домов-памятников думают, что государство должно им что-то там ремонтировать, они же живут в памятнике. На самом деле, наоборот, государство может их оштрафовать за то, что они не проводят там за свой счет капитальный ремонт. Они могут даже выселить их из этого дома, если он находится в ненадлежащем состоянии. То есть по законодательству у нас именно собственник жилья должен обеспечивать сохранность. При этом ремонт, полноценный хороший ремонт вот таких домов, он стоит гораздо выше, чем купить человеку новую квартиру. Денис, а вот возвращаясь к первоначальному вопросу, как вы считаете, пытаются ли застройщики как-то продавливать реестр для того, чтобы расширить себе строительную площадку в центре города вот путем сноса таких домов, или же это все-таки обусловлено модернизацией города в условиях 21 века? Естественно, они пытаются сократить этот реестр, который у нас включает около 500 объектов только в городе Саратове. Я с этим категорически не согласен, потому что я, собственно, ручно ходил по этому списку и по многим улицам смотрел, какие же дома отнесены к реестру. И на самом деле больше 90% домов, естественно, Саратов многое потеряет, если эти дома будут снесены. Другое дело то, что нет денег восстанавливать. Ну и все-таки, подведя некоторый итог, как вы считаете, кто все-таки ответственен, государство или люди, которые проживают в исторических памятниках? Должны быть ответственны прежде всего государство. Оно заинтересовано в том, чтобы сохранять свой исторический облик. Это привлекает и туристов в города, это и особую атмосферу в городе создает. Вот это на самом деле история, то есть и историческое наследие государства. Мы, тем более, когда говорим сейчас о том, что нужно повышать патриотичность, да, наших граждан, то вот одним из символов патриотизма является это уважение к своей истории. Если мы свою собственную историю не будем уважать, не будем уважительно относиться к тем историческим памятникам, которые у нас пока еще сохранены и их можно сохранить, то ничего хорошего из этого не выйдет. Это как Ивана, не помнящие родства.
Спасибо вам, Денис, за ваши ответы. Было очень интересно с вами побеседовать. А нашим телезрителям напомню, что гостем сегодня является Денис Жабкин, известный саратовский блогер и путешественник. Затем, как будут развиваться события архитектурного Саратова, вы сможете следить в его блоге. Ну а нам остается лишь фантазировать, сохранится ли купеческий облик Саратова с подобными градостроительными вкусами нашей администрации. С вами в студии была я, Эвелина Живая. До новых встреч. Не переключайтесь.